Саш, а у тебя любовница хоть раз была в жизни вообще? Нет, ты что, я же... А вот у друга, да, звонит любовница, говорит, мой, говорит, уехал. А вот, говорит, приезжай быстрее. Ну, он приезжает. Там слышит, попугай орёт, что-то. Он говорит, что такое? Она говорит, да, блядь, мой, говорит, купил, говорит, попугай, пока месяц был. Научил его калякать, блядь, короче, он все рассказывает. Сейчас я его, говорит, накрою. Жрать дам, он орёт, жрать хочет. Тот орёт, клетку так, блядь. Она ему жрать поставила, накрыла. Говорит, соскучился, не могу. Он ей, говорит, я, говорит, новую позу, говорит, узнал, говорит. Она говорит, как? Ну, говорит, я сейчас на люстре раскачусь, ты становишься, мы с тобой в объятиях, кто все слышит, блядь, этот, клетка, блядь, опять орёт, блядь. Баба говорит, блядь, опять жрачку хочет, блядь, открывай. Чё ты, блядь? Он, блядь, вот так орёт. Отрежьте мне язык, я должен это видеть.